Всем привет, с вами Сергей, вы на канале Bindas of Game. Инди-хоррор, Кант Реверт. Да, очередной ужастик от Биндаски. В общем-то, те, кто кушает, приятного аппетита. Те, кто смотрит, приятного просмотра. Погнали. Опа, где это мы? А, что так подфризывает-то? Так, звук громкий, но меня громче слышно. Я, если что, просто смотрю как бы в этот монитор. Ёпта, закрыто. В монитор, чтобы не глушило мой голос с игрой. Но я думаю, все будет нормально. Перезаписывать не хочет. Чё-то... Так, ладно. Дверь можно закрыть? Дверь можно закрыть. Облутать нельзя, ничего здесь? Ничего нельзя. Так, собственно говоря, куда я иду? Где я? И что я? Погоди, что там? Там что-то звенит. О, шкатулка. Кстати, хата очень знакомая. Так, погоди, и что делать? Все, просто смотреть, стоять. Ну и ладно. Так, пока непонятно, что происходит. Все закрыто, шкатулка. А как взаимодействовать со шкатулкой? Садиться нельзя, прыгать нельзя. Вернуться можно. Вернуться, главное, можно, и все. Так, хорошо. I, B, V, M. Пока ничего не пишет. Все как-то все закрыто. Все скупо и очень бедненько. Так, непонятно. Ну, шкатулка понятно. Туда надо. К шкатулке идти. Ага. Картины. Все лица зачеркнуты. Ну правильно, это же хоррор. Дверь закрыта. А, подожди, вот еще дверь. Ё-моё. Подожди. Ёпта. Тетя. Так, я понял, это как квест, да? Иди на моргающий. И че? Не? Ну, открой дверь. Испугался. Я испугался, он меня... Че, подожди, че, по-новой, что ли? Не понял. Ну, я понял, это... О, дождик пошел. Я понял, это, короче, игра, ходишь, чем дальше в лес, тем хуже, да? Тем страшнее будет. Так, ну здесь пока ничего не изменилось. Здесь тоже ничего не изменилось. А вот я не помню, ковер был задран. А вот здесь закрыто. А вот... Что-то свистит, скрипит. Ну ладно, лошадка, ты не будешь, надеюсь, двигаться? А что, собственно, изменилось? Да вроде ничего. Пока ничего. Пока непонятно. Утюг. Что делать? Ну, пропала эта самая шкатулка. Пропала шкатулка. И больше пока ничего не пропало. Фонарика нету. Дверь закрыта. Подожди, а та открыта? А, ну я ж дергал ее. Закрыта. Я на нервы почву уже забываю, что я делал, что не делал. Ладно, хорошо. У нас еще есть одна дверь. Которая закрыта, да? А холодильник можно открыть? Ну, блин, меня так расстраивает, когда... Опачки, нельзя открыть холодильник. Так, какие-то таблетосы. Ёпт. Телефон. Да-да-да. Это 911. Что случилось? Пожалуйста, говорите медленно. Ваша безопасность на первом месте. Мы уже выехали. Можете оставаться на линии. Да, конечно. Пожалуйста, не кладите трубку. Мы прибудем как можно скорее. Алло. Алло. 9911. Так. Опа. Дверь открыта. Пихнули меня обратно, короче. Ну ладно. Это даже не индюшка. Это... Ебана. О, фонарик. Это даже не инди-хоррор. Это у нас... Так, давай фонарик, ты не будешь лагать. Окей, мы просто будем спокойно ходить. Это, блин, я забыл, как она называется. Кстати, дверь открылась, блядь. Спокойно, никого нету. Понятно, так, туалет очень грязный. Трубы, видимо, давно меняли. И не доложили плитку. Ну ладно, и хорошо. Что? Блин, фонарь какой-то... Что-то происходит. Что-то происходит. Блин, ну тут явно что-то было. Тут явно какая-то была потасовка.
Явно что-то здесь произошло. I'm sorry. Извини. Как-то так было написано. Ну ладно, здесь явно какая-то потасовка. Си. Си, давай. Рип, смерть. Рип, давай еще поищем. Коль ты так хочешь, давай поищем слова. Мы любим играть в слова, да? Open the door. Открой дверь. Open the door. А почему нельзя... Так, так. Secret. Ну, это секрет. Это секрет. Я знаю, знаю. Я знаю слово. Можно я отгадаю слово без букв? Я назову слово сразу. Так, погоди. Ну, подожди. А где еще слово-то? Может, ага, подожди. Может быть, в туалете там за ширмой? Ну, за этим... За полотном, или как его там? За этой сеткой. Подожди. О, don't cry. Don't cry. И это теперь secret. Я же сказал, это secret. Пожалуйста, выключись и не пугай меня. Так, маленькая спальня. Блин, мне вот, кстати, мне сейчас очково. Меня единственное, наверное, что спасает, это... как его, фонарики. Которые светят, в меня светят. И они меня очень спасают. Ой-ой-ой. Кто здесь? Никого нет. Идите нахер. Я никого не сдвал. Ух. Это очень красная комната. И очень страшно. Так, не люблю красный свет, потому что... Фонарика нету. Подожди, а здесь есть что-нибудь? Ничего. Просто темнота. Ладно, хорошо. Блять. Нет, подожди. Давай без фанатизма. Давай без фанатизма. Не будем бежать сильно к телефону. Потому что может быть страшно. Кто там? Джонатан, ты знаешь, который час? Что это такое? Ситуация ухудшилась. Вы все еще принимаете лекарство? Я сказал тебе продолжать есть. Ты знаешь, как сильно беспокоится твоя семья? Сколько раз я говорил тебе, что твое состояние лекарство. Не забывай регулярно принимать лекарства. А где лекарства, собственно говоря? Подожди, это вот эти лекарства были психотропные, которые мне надо было принимать, а которые я не принимаю, а их нету. Все, я не могу принять. Я все, поехал крышей. Я поехал кукухой. Я поехал кукухой, поэтому... До свидуля и люлюля. Так, что в ванной? Ну, в ванной хоть нормальный свет. Блин, есть кто? Никого. Я боюсь. О, психотропка. Ой-ой-ой. Что-то лекарство неправильно, по-моему. Не те, по-моему, лекарства я выпил. Или подожди. А, нет, все вернулось. Все вернулось на своя-свои. Сука, дверь закрыта. Да иду, я иду туда, иду. Все, я пошел. Ладно, если ты так хочешь, я пойду. Здесь что? Здесь свеча и больше ничего. Ладно, все, иду. Блин, у меня очково. Там закрыто. Лошадка. Очень темно и очень страшно. Я думаю, вам тоже страшно вместе со мной, поэтому... Давайте бояться. Так, ну вроде все нормально. Вроде бы все нормально. Пока идем. Пока идем, пока ничего не произошло такого сверхъестественного. Откройся пошире, я боюсь. Кстати, не закрылась. Уже хорошо. Блять. А я не вижу ни хрена. Где мои лекарства есть? Не, нету. Погоди, что происходит? Телек. Работает телек. Ёпта. Это что было-то? Это явно что-то нехорошее. А телек что не работает-то? Алло, полиция! Помогите! Твою мать! Вентилятор упал. Интересно, мне это кажется или нет, а? Ой. Ой. Ой-ой-ой. А это очень темно. Так, дверь, нам сюда. Здрасте. Как ваши дела? А приблизить нельзя? Блять. Сука, закрыто. Слушай, ты.
Алло. Ты исчезла? Бляха-муха, я сейчас прям напрягся. Я сейчас ожидал какой-то скример. Слава богу, скримера не было пока что. Где мои лекарства? Алло, дайте мне лекарства. Мне хреново без них. Мне нужно срочно выпить таблетосы. Ну, я уж чемодан собрал, уж собираюсь уваливать отсюда. Хотел плохое слово сказать, ай-яй-яй, нельзя. Ой-ой, Мишка. Ладно, Мишка, это все хоро... Ну ладно, хороший Мишка, прекрасный Мишка. Подожди, стой, ладно, где лекарство, собственно говоря? Хер бы с этим Мишкой. Там что, там не лекарство. А что, телек-то разбит, что ли? Нет. Телек не разбит. Показалось, показалось. Блин, нафиг я дверь закрываю. Так, шкатулка. Так, вентилятор на месте, кстати. Уже хорошо, уже хорошо. Но очень потненько. Блин, лекарства нету. Так, ладно, меня ведут обратно. Меня ведут обратно к выходу, и опять я здесь. Опа! Вторая дверь открылась. Да! Ну я хотел зайти. Но почему я только в одну и ту же комнату... Ту захожу. Кто здесь? Открой дверь, сучонок. Так, ладно, пока все хорошо. Пока все хорошо, пока все нормально. Относительно нормально. Так, много крови. Свет. Лекарства нет. Ну ладно. Ну и ладно. Так, вентилятор работает, все работает. Тут кровь. Тут много крови. Понятно. Что-то. Надо найти. Ага, картинка. Подожди, а как так? А, ну то есть... Это что было? Подожди, кто-то что-то звонил? Не показалось ли, кто-то позвонил в дверь? А звук был такой, как будто кто-то позвонил в дверь. Я могу открыть? Не могу открыть. Ну ладно. Не очень бы-то и хотелось. Ну просто надо найти лекарство, которое мне будет помогать. А их нету. Этих сам. О, пилюли, но не те. Подожди. Еще что-то. И что? И куда? Нашли. Что-то нашли. А как это делать? Куда это делать? Ну пойдем дальше. Может дальше надо идти? Нет? Я тут все кнопки жму, пытаюсь понять, может быть, ну, как бы эти две картинки, они должны сложиться. Логично? Логично. А, во, ё-моё. Это получается раз, два, три, четыре. Четыре, наверное, картинки. Или четыре, или пять. Ладно, пойдем искать тогда картинки. Пойдем. Пойдем искать эти бумажки. Здесь мы нашли, да? Да? Да, здесь мы нашли. Значит, наверное, где-то еще... Здесь. Нет. 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 Да. Четыре. Что-то где-то скрипит. Где-то что-то скрипнуло. Подожди. Значит. Какая дверь открылась? А! Ну ладно, зайду так. Во! Тетрадка. Подожди, перевести можно как-то? 2 июля. Не надо было говорить Грейс. Грейс, прости меня. Из-за меня Грейс умерла. Джонатан, пожалуйста, останови нас. Останови нас, остановите всех нас. Грейс, теперь я знаю, как тебя зовут. Теперь ты будешь у нас Грейс. Ну погнали. Грейс, Джонатан. Вот они имена выявились. Я так понимаю, я играю за Джонатана. Та девка была Грейс. И теперь непонятно, что произошло. Я так понимаю, что он это поехал головой, кукухой и убил, так скажем, свою возлюбленную. Ну ладно. Это все хорошо, это все печально. Да, посуда не мытая. Прям как у меня на кухне. Ну и ладно. Все это печально. Ну а что делать?
Все больше людей в наше время становятся зависимыми от наркотиков. Те, кто сильно пострадал, даже не узнают своих детей, а иногда убивают их. Почему люди продолжают полагаться на наркотики? Они пытаются убежать от болезни реальности. Как и ты, Джонатан. А чё я-то сразу? А дверь попроще открывать? И так страшно. Погоди. Опять показал, что кто-то звонил. Ух ты, бита. Ух ты. Здесь что? Здесь ничего. Ну ладно. Что надо взять? Надо что-то сделать, да? Или не надо ничего делать? Так, ну алкашка, все понятно. Гаечный ключ. Ага, все. Дверь открылась, то есть дальше... Блядь, все же пошел, ты что, дура, блин, что ли? Зачем так пугать-то, бляха-муха? Ну, все же было хорошо. Все же было прекрасно. Ой. Ой. Что это? Где я? Где я? Собственно говоря. Мне страшно? Да, бляха-муха. О, погоди, стой. Стой. Так, ну-ка идите-ка вы нахер там, там посидите. И так страшно. Так, здесь закрыто все. Блин, что с моим этим? Мне надо таблетки срочно. Срочно таблетки, и я ни хрена не вижу. Я нифига не вижу. Так, где? О. Ну, давай, полегчайся мне, пожалуйста. Отлично. Нихера тут, блин. Набор таблетосов. Так, ну вроде полегчало. Вроде полегчало. Пошли дальше. А теперь понять, что это за таблетки. Что за психотворное расстройство личности. Что со мной? Погоди. Нам сюда, наверное. Нет. Все-таки туда. Ну просто обычно в обратную сторону, если... Ну нет. А, ну, хотя бы дверь нормально. Блин, все перевертышем, все кверх ногами. Ну и ладно. Сюда я зайду? Зайду. Так, таблетки. Таблеток нет. Господи, это стул. Ну и ладно. Блин, опять звонки. О, телефон, у нас все хорошо. Не, Хьюстон, help me. Ты слышишь это? Джонатан? Такого яркого и прекрасного звука я еще не слышал. Еще! Пожалуйста, продолжай слушать. Не разворачивай меня. А, не разочаровывай меня. Бля, мне этот сейчас голос напомнил с GTA-шки этот, как его. Ой, забыл. Тревел, блин. Господи, Джонатан. Пошли обратно. Ой, не могу попасть. Подожди, что было-то? Стоп. Может, сверху что-то есть? Не разочаровывай тебя. А что мне делать-то? Не разочаровывай. Лапочку включу. Нет? Нет. Может, здесь что-то? Может, здесь что-то есть? Блин, ну, конечно, кверх ногами ходить такое себе. Не понимаешь иногда, что происходит. Подожди, туалет открылся, ё-моё. Так, туалет почти... Стой, не понял. Да открой, пожалуйста. Не надо. Не надо там в ванной баловаться. Тихо. Блин, сейчас будет страшно. Спасибо. В ванной никого. Опа. Я тебя ждал, лошадка. Я тебя ждал. Ну нормально все. Просто для шортса. Просто оставлю для шортса. Так, ладно. Пошли, выходим отсюда. Во, слава богу, все нормально, все нас. Опачки. Тара-т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 а. Оп. Хе-хей! Бля, куда бежать-то? Тара-т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 а-
Та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та. Бля, ты её, она меня съела. Мне надо было туда попасть. Она меня поймала. Погоди, еще раз. Нам надо раз, два. Сколько нам надо фонарь? Ой, лампочек сбить. Подожди, раз. Мы в зеркало попадаем, да? Так, она не любит свет. Да подожди, я сейчас гореть начну. Что такое? Быстро. Атака началась. Вот это вот, вот непонятная вот эта вот игра. Погнали. Сейчас кипеть начну. Разбейте круглое напольное зеркало. Раз. Беги, беги, беги быстрее. Два. Тихо, тихо, сучка. Три. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, куда бежать, куда бежать? Блять, я запутался. Ай-яй-яй. Да блин, я разбил, вот она где была. А сколько надо, 4, блин? Блин, я запутался. Не, прикольно, прикольно сделано, но вот эта путаница. Так, 4 зеркала у нас минимум, пока что. Не написано, сколько зеркал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, красотка. Прошли. Нормально. Я ж так напрягся. Так, а куда нам? Вот туда. Я не пойду больше туда. Ну и нахер. Ты 4 зеркала получалось, получается, разбили, да? Нормальная игра, нормально. А что там происходит? Ага. То ли загрузка какая-то была. Закрыто. Все по новой, что ли? Так чувство, как будто по новой все началось. Я надеюсь, что не по новой. Ну, ладно. Я не хочу эту кругосветку постоянно идти. Так, что здесь? Есть кто? Никого. Тут пока все чисто, ничего не надо брать. Подожди, а таблетки есть? Нету. Таблеток нету. Телефон звонит. Я иду, иду, иду. Это 911. Что случилось? Я хочу заказать пиццу. Пицца? Вы позвонили в 911, правильно? Да, большую пиццу, пожалуйста. Мадам, вы в опасности? Да. Вас кто-то держит в плену? Да, да, пожалуйста, поспешите. Кстати, это, да, это нормальная реакция у некоторых в Америке. Они иногда, когда в опасности, они звонят и просят пиццу. И тогда, как бы, 911 понимает это. Срочные новости! В доме произошел случай убийства, совершенного наркоманом. Жертвами стали женщина в возрасте около 40 лет и ее сын. По данным полиции, у женщины был разорван рот и разбита голова. Сын был найден мертвым с колотыми ранами в глазах. На месте происшествия были обнаружены наркотические принадлежности, а также нож и дубинка, использованные в преступлении. Так, что происходит? Нормально. Нормально так. Ну, собственно говоря, вот она вся игра. Маленькая, коротенькая, ну, необычная такая. Не скажу, что прям было страшно. Не скажу, что прям было очень страшно. Но ничего. Имело место быть ему. Да, друзья, а если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Обязательно пишите комментарии. Впрочем-то, друзья, всем пока.